Привет, мои дорогие подписчики, меня зовут Роман, и вот это мой канал. Буквально только что мне пришла в голову, не скажу, что гениальная мысль, но ебанутая. Совместить гитару и лонгборд. Что же получится из вот этих двух вещей? Гитарборд. Не, все еще получится. Короче, как вот эта хуйня называется в лонгборде? Доска. Вот вместо доски я приделаю гитару. Вы, может быть, подумаете, ну ты совсем ебанулся. Во-первых, да, а во-вторых, не просто так я придумал, потому что я люблю кататься на лонгборде, и у меня вот такая вот проблема. Иногда я еду, а когда я еду, мне всегда приходит... Так, стоп. А где видео про постпанк ты обещал? Да, кстати, видео про постпанк и обзор на новую гитару будет, но пока что мне лень. А сегодня Ди. Из инструментов нам понадобится отвертка, дрель, еще одна отвертка зачем-то и плоскогубцы. Осталось самое простое, это прикрутить колеса вот сюда и вот сюда. В общем, дырки не особо подходят к вот этим вот дыркам. Я сейчас как-нибудь решу эту проблему. Ну что ж, вот эти два колеса я прикрутил. Сейчас я проверю, насколько они выдерживают меня. Так, ребята, что я понял? Вот эти колеса я прикрутил криво. Они должны быть немного справа или слева. Сейчас я буду все переделывать. Это же мой девиз. Это ты все сделал? Спасибо. Откручиваем гриф. Прикручиваем гриф. Здесь я заливаю в дырку клей. Не знаю зачем. Наступил вечер. Как видите, гитарборд прекрасно работает. Сыграть пока что я ничего не могу, потому что я решил переделать гитару из левосторонней снова в правосторонней, потому что я так и не научился играть левой рукой. Уже завтра я поставлю струны и пойду делать тест-драйв на улицу. Алиса, включи песню для доброго утречка. Включаю. Ну и как это Тони Хоп делал? Ну что ж, вот такие трюки оставили мою гитару без грифа, но, как оказалось, на ней все равно можно кататься. Поэтому я поехал ездить дальше, а вам говорю спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравится что-то. До новых встреч, пока!